Здравствуйте, уважаемые. Хороший повар знает секретный ингредиент вкусного супа или жаркого. Конечно же, это лавровый лист. Ароматные оливко-зеленые листья придают блюду тонкую, интенсивную и глубинную вкусность. Но лавровый лист не только вкусная приправа, это растение еще и очень полезно. В общем, лавровый лист помогает при детоксикации организма и замедляет старение. Это растение также борется с бактериальными инфекциями и помогает при многих заболеваниях. От респираторных проблем до, кстати, болезней сердца. Вот в таких случаях лист может вам помочь. Итак, тревога и усталость. Химические вещества в лавровом листе производят успокаивающий психоделический эффект. Для этого достаточно поджечь несколько высушенных лавровых листов. Когда вы вдыхаете пары, наступает расслабление, но сконцентрированное состояние. Преимущество горящего лаврового листа в том, что он не вызывает сонливость, а наоборот, будет вас и прогоняет усталость. Дыхательная система. Лавровый лист стимулирует дыхательные пути и может помочь избавиться от мокроты и слизи в легких. Чтобы исцелить свою дыхательную систему, лучше всего вдыхать запах свежих или сушеных лавровых листьев или пары лаврового масла. Перхоть. Чтобы избавиться от перхоти, смешайте лавровое масло с подогретым маслом жожоба. Вотрите теплое масло в кожу головы, оберните голову полотенцем на 15-40 минут, где-то так. А от перхоти также можно избавиться, если добавить несколько капель лаврового масла в свой обычный шампунь. Диабет. Исследования, совместно опубликованные университетом в Пешаваре, Пакистан, и научным центром в США, доказывает, что лавровый лист может быть эффективным средством при лечении сахарного диабета второго типа. Проведенные исследования показало, что если употреблять всего 3 грамма лаврового листа в день, снизится уровень глюкозы. Вот такой вот чудодейственный лавровый лист. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте «Остроумно». Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube-канале. Всего наилучшего, не болейте.